Алексей, после такого матча, наверное, мало хочется общаться, но все-таки хотелось бы услышать ваши комментарии об этой игре и в целом о домашней серии. Ну, было много моментов. Пока не можем мы забить эти шайбы, которые нам вроде моменты даются неплохо, а с завершением проблема. Так что будем работать над завершением. Время есть, начало сезона, как бы никакой паники нету. Работаем дальше. Как капитан, ваша в том числе еще и задача держать команду в кулаке, в эмоциональном плане. Вот какие слова сейчас подбираете для ребят? Или они не нужны, и команда и так все сама понимает? Не, ну команда понимает. Мы как бы в раздевалке друг друга поддерживаем, там подсказываем. То есть ничего, никакой паники нету. То есть работаем, все как бы в рабочем режиме. Вот, так что, вы знаете, бывают взлеты, падения. То есть это один из них. Так что ничего страшного, выберемся. И давайте, чтобы не было паники у наших болельщиков, какие-то слова наверняка вы можете им сказать. Ну, хочу сказать только спасибо большое за то, что вы поддерживаете нас. Каждую игру приходите. Спасибо вам огромнейшее. То есть без вас нам было бы еще тяжелее. Так что приходите, болейте, пожалуйста. Спасибо.